Всем привет! Я, к сожалению, заболела ветрянкой. Вот. И сейчас вот расскажу, что мне прописали. А это все проходит. Вот. В общем-то, это проходит на самом деле. Ничего страшного нет. Ну, просто кажется сначала, что боже, какой кошмар. Вот. А потом выздоравливаешься, все налаживается. Я сделала себе такой йогурт. У меня бананчики, кефир. Это то вкусное, что мне можно есть. В общем-то, ну да, вкусно. Натуральный сахар в бананах. Смотрите, что мне прописали. Вот такую штуку. Называется Цикловир. И Тигафаст. Это от Зуда, в общем. Вот. И все. В принципе, если температура, можно парацетамол пить. Вот. И все. Все это рассчитано на 5 дней, от аллергии на 10 дней. Вот, в принципе, посидите дома недельку, и все пройдет, все будет хорошо. Нужно, опять же, придерживаться диеты. Насчет диеты при ветрянке я уже рассказывала в видео, можете посмотреть в другом видео. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Пока-пока!